Спросите имам. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Большинство ученых, мекканских, Европейского совета ученых, а также Азии, единогласны в том, что клонирование запрещено. Клонирование разрешено только в особых случаях для каких-то органов или для каких-то случаев, которые имеют уважительную причину. Например, для науки это возможно, а для каких-то животных это тоже возможно. Но клонирование человека запрещено в исламе.